Ну хорошо, когда есть помощь. Ну, не без этого. Всем, кто не верит в настоящего Деда Мороза, теперь можно предъявить фото. Вот он, волшебник из Великого Устюга, прибыл сегодня в Барнаул. Здесь его встречает коллега, алтайский Дед Мороз. Посмотреть на обоих Морозов вышли самые морозостойкие. В окошко видим, подъезжает Дед Мороз, быстрее собирает и вышли сюда. На Алтае предновогодняя акция только начинает свою работу. Барнаул – третий город из 22 пунктов путешествия. В каждом из них волшебник не только пообщается со своими маленькими поклонниками, но и раздаст подарки всем, кто отправлял ему письмо с пожеланием. Мы завели специальный почтовый ящик, на который пришли более 40 тысяч писем. Под Новый год вообще по мешку в день получаю. Так вот, выбираем мы самые добрые, самые трогательные истории. В Барнауле главный Дед Мороз страны посетит несколько центров помощи детям с ограниченными возможностями и которые остались без попечения родителей. В этом ему будут помогать местные волонтеры, а пока и сам дедушка получает подарки. Те, кто сегодня побоялись холодов, могут пообщаться с Дедом Морозом завтра. В крае он останется еще на день, чтобы принять участие в большом представлении в одном из торгово-развлекательных центров. Елена Кузовкина, Ирина Харитон, Александр Андропов. Наши новости.